Баки Урманче для нас это пример. Пример высокого профессионализма, во-первых. И во-вторых, это пример умения взять самое ценное от народа. Вот как в нем это сочеталось, для нас это как раз показатель того, каким должен быть человек. То есть он должен быть профессионал, но при этом он не должен быть оторван от своего народа, от своих корней, от своих национальных традиций. И поэтому вот в плане искусства, по-моему, выше идеала для студентов, мне кажется, нет. И это действительно Баки Урманче, потому что он был и скульптор, и художник, и мы знаем, что он писал стихи, был высокомузыкален. И если бы наши студенты дали вот такую энергию от Баки Урманче в своих работах, мне кажется, мы бы как учителя, как преподаватели были бы удовлетворены от своей работы.